Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня я вот такая вот, не мои руки, а мое лицо. Вот все пыталась, вот это мой, конечно, тренер выйти на публику с лицом. Но, ну вот что есть, то есть, ну вот такая вот я вот не могу. Значит, что я хочу, о чем я хочу с вами поговорить. Первым делом у меня вышел новый мастер-класс, вот, на вот это вот чудо, листья Массимо, вот. Источник вот этот вот, да? Значит, связала я его за 3 дня, сняла за 3 дня и слепила мастер-класс. Почему? Потому что был большой запрос, девчонки, поэтому я его сделала. Вот, приобрести мастер-класс в видеоформате в канале Telegram, отдельном канале, который именно для этого мастер-класса. Все видео по отдельным узлам, ну, в общем, от начала до конца весь мастер-класс. Еще кусочек я там досниму, хочу я с вами поговорить. Значит, какие... Нет, не так. Для начала я хочу вас поздравить с Новым годом, с наступающим Новым годом. И желаю вам в Новом году положительных перемен, я так скажу. Думала, как правильно сказать. Я вам желаю хороших перемен. Положительно. Вот так вот. Значит, что я скажу вам по плану действия для меня, как я вижу наше с вами сотрудничество в будущем, в следующем году, по всем моим платформам, по моим планам, что у меня будет, что проходит. Значит, актуальный это вот этот вот мастер-класс, который вышел, вот, и его... Вход в него вы можете приобрести либо на сайте, либо на Бусти. Лично мне в Инстаграм вы тоже можете написать. Кто не может разобраться с QR-кодом, то доступ ко мне только в Инстаграм. Поэтому советую подписаться. В Телеграм тоже советую подписаться, потому что в Телеграме все проходят, все совместники, и в Телеграме проходят, будут и проходят все мастер-классы. Это невероятная удобная платформа для этого всего, поэтому на эти 2 социальные сети я вам рекомендую подписаться. И вот досмотрите видео до конца, вы поймете, почему еще вам нужно там быть. Значит, что будет на YouTube? На YouTube ничего не меняется. Выходят видео, в среду это анонсы новых мастер-классов, либо отчеты по старым совместникам, мастер-классам и так далее. То есть по платным продуктам. По воскресеньям выходит мастер-класс, либо узор, либо изделие. Все как и было, ничего не меняется. Маленькие шорты. Забыла, что в Ютубе шорты. Значит, я с телефоном, у меня тут шпаргалка. Все, что я хотела сказать, я должна это сказать. Вот. Ничего не меняется. Вот для Ютуба. Значит, Инстаграм. Тут практически тоже все без изменений. Единственное, что у меня проходит новый проект продвижения для ваших аккаунтов. Проект совершенно бесплатный. Вы, единственное условие, вы мне присылаете фотографию изделия на себе, красивую, тоже условие, красивую фотографию по моему мастер-классу. Вот, я ее публикую в своих социальных сетях ссылкой на ваш аккаунт. Вот. Это такая форма моя помощи начинающим блогерам, начинающим мастерам, вот, чтобы немножко их поддержать. Если будет короткое видео, это только приветствуется, еще опубликую в YouTube. Вот, поэтому, пожалуйста, все заявки мне в Instagram, пожалуйста. Вот. Я же еще раз повторюсь, это совершенно бесплатно, но есть небольшие условия. Вы не обязательно, ваш аккаунт должен быть по вязанию, совершенно нет. Просто вы можете, если вы делаете украшения, то вы просто на фоне свитера по моему мастер-классу фотографируете украшения, да? И вот, либо вы психолог, на вас там кофточка, и вы психолог. Да, ваш аккаунт психолога. Я, естественно, вашу специализацию буду оговаривать в посте или под видео, да, кто вы и что вы. Вот, это что касается Инстаграм, поэтому советую там быть. Что касается Телеграм, там быть просто необходимо. И если у вас еще нет Телеграм,
вам нужно обязательно его установить. Просите, кто не может, детей, внуков и так далее. Вот, потому что все происходит в Telegram. Плюс это самая удобная площадка для коммуникации, для нашего с вами общения. Вот, там идет живое общение, там идут споры, мы иногда и ругаемся, все у нас бывает. Спорим, ругаемся, выбираем новые модели, там идет подбор новых моделей только в Telegram для следующих совместников. Вот, и там идет живое общение. И все мастер-классы на данный момент будут находиться там. Вот. Вот так я это вижу. Пока мне удобно, вам удобно. Вы привыкли на мой видеоформат, поэтому вот продолжаем работать в видеоформате. Вот. Притом, видеоформат у нас в формате мастер-класса. Вот он. И формат, вот он, в форме совместника, который мы у нас успешно финиширует, падает мадам у меня. Вот, и это вот это вот, это самый мой массовый совместник, там больше 600 человек, там цифра уже приближается к 700 человекам, вот, и все активно вяжут этот джемпер. Вход в совместник хочу обратить внимание, потому что изменения, вход в совместник стоил раньше $1, потом повышался до 2. Все мои совместники, которые были, проходили до Нового года, вот сейчас после Нового года, автоматически повышается цена. Сейчас они все по $2. Вот, после Нового года цена будет выше. То есть у вас остается пару дней, чтобы еще присоединиться туда, куда вы хотели, но еще не успели, либо отложили на потом. Вот. Советую сделать это в ближайшие дни. Вот, далее. Значит, теперь по поводу новых совместников за доллар. Неделю назад вышел анонс совместника по поло джемперу. Вот он закончился, неделя прошла. Он у нас был за доллар. Теперь он повышается до 2 сегодняшнего дня. Он будет стоить $2. И можно я так сяду? Мне так спокойнее. Вот. И в новом году в Ютубе за доллар совместников не будет. То есть для того, чтобы попасть в совместник за доллар, вам нужно быть в Телеграме и в Инстаграме. Только там будут анонсы совместников за $1. Вот. Потом, когда будет выходить анонс на Ютубе, это автоматически поднимается до $2. И пока у совместников активная фаза. Активная фаза – это когда я работаю, когда я это вяжу. Потому что у меня нет в совместниках отвязанных моделей. У меня есть картинка, по которой мы вместе вяжем вещь, что очень интересно. Таких совместников пока никто не проводит, когда предварительно ничего не просчитано, и мы вяжем вместе эту вещь. Вот во время активной фазы цена еще $2. Как только я заканчиваю, как правило, это 7 дней, либо 10, цена повышается, я так предполагаю, что на $5, когда продукт уже готов. То есть все отснято от меня, посчитано, и все готово. Девочки продолжают вязать, я заканчиваю. Я перехожу в другой совместник в этот момент. То есть заканчивается активная фаза с моей стороны. С вашей стороны она длится еще и сейчас. Там девочки общаются, вяжутся, ветуются. Вот. Значит, вот так вот. Что по мастер-классам? Тоже я вам скажу. Вот сейчас вот я анонсирую вот этот джемперочек. Тут хочу обратить внимание, что это на мне больше размер, чем мне нужно. Потому что я его хочу продать. А большой размер продать легче, чем маленький. Поэтому я вязала на размер больше. Мастер-класс у меня размеры от 40 до 54. Попетельный мастер-класс. И вот. И вот такие вот размеры. То есть это для новичков. Вот, вот этот вот шикарный узорчик. Все-все-все. Все у меня там. Вы при покупке покупаете, опять же, QR-код.
который вы сканируете и попадаете в группу со всеми материалами. Вот так вот пока. Если будет много запросов на PDF-формат мастер-классов, я, конечно же, начну это делать. Но вот сейчас у меня, вы, во-первых, привыкли получать от меня информацию в форме видео. Мне так удобно и вам так удобно, как я поняла. Вот. Но в мастер-классе нет обсуждения и нет вашего общения. Вот чем отличается совместник и мастер-класс? Мастер-класс – это просто материал по определенной модели. Я буду чередовать, делать мастер-классы и делать совместники. Мне так будет легче, потому что совместник – это слишком для меня энергозатратно. Вот. Поэтому мне чуть-чуть нужно как-то беречь силы. Вот. Ну, в принципе, я думаю, все, что я хотела сказать. Вот, кстати, серая роскошь. Серая роскошь тоже достаточно массовый у меня совместник. Тоже там очень много людей сейчас не найду. Вот, в джемпере, пожалуйста, 653. А тут 500, по-моему, 50 там с чем-то. Ну, в общем, как-то так. Ну, в общем, очень массовое такое явление. И я же говорю, я совершенно не ожидала, что вот в таком объеме будут эти совместники. Но, как оказалось, коллективное вязание, оно очень-очень популярно. И девчонкам нравится. Вот я выпустила этот мастер-класс и началось в обсуждение в Телеграм. А где обсуждение? Где болталка? Где чат обсуждения? А вот нет, в мастер-классах не будет чата обсуждения. Вот так вот. Вот, и через 3 месяца будет удален чат обсуждения к старым совместникам. От момента выхода до, ну, 3 месяца вот обсуждаем, вяжем вместе, потом чат удаляем. Все, что я вам хотела сказать, вот, все совместники, вход можно приобрести на Boosty и на моем сайте. Если у вас что-то не получается, пишем в Инстаграм мне. Только в Инстаграме я отвечаю вам лично. Это, возможно, немного длится. Вот, вы должны понимать, что я человек занятый. Вот. Ну, на сегодня все, девчонки. С вами прощаюсь. Желаю вам хороших праздников. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.